общаться. Зрелище, конечно, впечатляет. Тает ледник потихонечку, исчезает. Спуски не для слабонервных, конечно. Хорошая обувь нужна. Тут подскользнулся и летел. Так, ну это 2300 метров, не так высоко. Высоко там. Там уже у нас 3800. Но туда не построили дорогу. Хотя там вроде какой-то домик стоит. Поляки поперлись. Да, многих.